Пожалуй, самое главное, что нас объединяет, это, конечно, люди. В Москве проживают сотни тысяч сынов и дочерей Татарстана. Живут многие поколения, работают в самых разных отраслях. И учителя, и врачи, и строители, и ученые. И это люди, которые составляют часть славы, гордости Москвы. И, пожалуй, это самое главное, что нас объединяет. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон. Әлбәтті, мәне мандай шарашылар ел сайын біз өткәрәбіз. Мұның үшін бітін шартлар тудырылған. Мәскеу түрәләрі бізге бейрәм өткәріге де, сабанты өткәріге де болышалар. Мәне бүгін алар біздің біле бірге, мандай шуша залды. Аларға зұр рәхмәт, біз алыра құлшағы ғалима тұрыйды. Благодарностью правительства Москвы награждается Роберт Искандерович. Ансамбль песни и танца Республики. Памятники двум выдающимся сыновьям татарского народа Габдулету.